Я в водоканале пришла показать квитанцию, что мне в банке дали дубликат. Хочу вам показать внутри это здание. Это здание еще построено, наверное, до войны. Тут и пол деревянный сохранился. И вот такие, как они называются, фрески. Это еще из гипса делали. Это сейчас пенопласт. И двери деревянные, подоконники деревянные, решеточки такие красивые, вообще плинтус из дерева сделан. Потолки высокие. Такие двери все как арочками сделаны. Все, друзья, вышла я с водоканала. Короче, забрала на этот дубликат. Они же там сверки эти в Луганск отдают на проверку. Вот. Сделала она мне еще раз перерасчет, и получилось, что у меня 12 рублей переплата. Но это уже другое дело. Переплата всегда нравится, чем недоплата. Все, теперь я бегу на рынок. Надо купить котам корм. Куплю корм, а потом в ЖЭК сбегаю за квартиру еще свериться. С водоканалом здесь дело не в деньгах, это вообще копейки. Но дело совести, и, как говорится, я чувствую, что как вот мне не доверяют, что я не заплатила в этот месяц. Заплатила в сентябре, вернее в октябре, за 2 месяца. Я за справедливость. Пусть это мне дороже даже вышло и по времени, и в деньгах, но все равно мне как-то на душе это легче становится. Как говорится, по совести. Походу я вам еще покажу вот собес наш. Раньше там был военкомат. Тоже елочки везде красивые. Дальше. Напротив собеса находится на скорая помощь. Машина стоит. Это здание скорой помощи. С этой стороны я уже вам как-то показывала, но раз я иду по ходу, покажу еще раз. Так. То прямо собес я уже говорила, это вот дом пионеров, рядышком ЗАГС. Раньше видео были летом, а теперь уже осенние называется. И ступеньки в ЗАГС, где фоткаются люди. Мне до рынка немножко осталось. Ребята, все вышло из ЖЭКа. По квартире все нормально. Вот сейчас иду. Хочу вам показать магазинчик, который был раньше на супермаркет Парус. А теперь там расширили, сделали ценопад. Подойду поближе, покажу. Может, если разрешат снять внутри, сниму. Иду тут через микрорайончик такими проулочками. Хочу показать, какие тут у нас дома. Тоже везде листопад. Площадка такая красивая. Я думаю, это люди сами красили, собирали краску, скорее всего. Тихо. Все на работе. Кто в школе, кто в садике.
вот это забор, это здесь рынок этого микрорайона. Тоже площадочка маленькая. Вот я сейчас через рынок прямым путем, чтобы не обходить, пройду сюда. А вот и магазинчик. Вот он был основной. Здесь был у нас супермаркет «Парус». Я скуплялась продукты. А теперь ценопад расширился. Сейчас попробую зайти вовнутрь. Если разрешат, там поснимаю немножко. Магазинчик. Магазин очень большой, все есть. Все, друзья, в новом этом не разрешили снимать, но я не стала украдкой снимать. Сразу спросила там у администратора, можно съемку вести. Он не разрешил. Там еще ремонтные работы кое-что делается. А зашла вот в этот основной. Спросила, там разрешили. Ну так, не конкретно каждую вещь. Хотя у нас есть в группе ВКонтакте, они там выставляют все вещи. Ну так, я в общем вот это вам немножечко показала. Вот, все, теперь иду на остановку и домой. Я уже дома, на рынке купила яблочек по 35 рублей. Тут чуть больше 2 килограмм, потому что тот ящик я уже быстренько скушала. Так, еще купила вот такие эль, ну, пахучие, это для унитаза. Купила сразу два, чтобы похолодать зимой, чтобы не бегать, тяжесть не таскать, пока не сильно тяжело мне было. Так, еще купила вот такую отраву, это у меня ирисы, петушки, вот эта рисовая муха поедает. В том году такие красивые у меня были, там и голландские разные расцветки. А в этом году, короче, почти все поела эта муха, червяк. Не вовремя я побрыскала. Вот, голландские шурозы завозят, что петушки, и вместе с вот этими с вредителями позавозили. Вот. Ну там вообще я читала в интернете, нужно в мае обрабатывать, как только начинают вылазить. Но я решила сейчас осень теплая, сейчас еще обработать. Ну тут две ампулы у меня в колесах, их немного, я думаю, хватит. И потом еще в мае, и когда уже начинают цветение. Вот. И еще купила вот корма для котиков. А то вчера побед последний докушали, на вечер уже не было ничего, я
положила им картошки пюре, у меня было немного. Утром встала, смотрю, и картошку съели. Так что теперь буду вот корм сыпать. Вот киса пришла, уже новый корм кушает. Вы там в комментариях писали, что они друг другу передают, что тут на халяву кормят. Мне кажется, они не просто передают, а с подоконника прям кричат всем: приходи сюда, налетай, торопись. Все, размешала я одну ампулку на 5 литров воды. Сейчас побрызгаю. Буду прям с большой окунать и брызгать. У меня здесь вот здесь вот петушки. Несколько этих хорошо позаливаю. Все побрызгала. Вот. Хорошо прям позаливала. Все, пустая. А еще я закрасила вот этот пенек. Мне там посоветовали. Никто не завелся. У меня была черная краска. Да. Решетку красила еще позапрошлом году. Осталось, ну ничего, тут вот черное.